Всем привет, меня зовут Кристина, вы на моем канале, посвященном музыке, и сегодня вас ждет очень интересное видео, потому что сейчас мы поедем вместе с вами, знаете куда? На бизнес-тренинг. Мы научимся с вами, наконец-то, зарабатывать деньги, открывать свой бизнес. Чему еще мы там научимся, я не знаю. В общем, думаю, что для всех это будет интересно, поэтому я пошутила, конечно, мы едем на бизнес-тренинг, но мы с вами едем туда работать. Не знаю, как вы, я еду. Мои шутки, я прям не могу. В общем, я еду туда работать в составе квартета. Что за бизнес-тренинг, я пока не знаю. Кто будет спикером, я пока не знаю. Мне очень интересно, потому что я немного слежу за всякими такими штуками. Не в плане того, чтобы научиться, а в плане того, чтобы поржать. Не знаю, может быть, сегодня будет какой-то серьезный тренинг, аж даже квартет вызвали. Непростые люди, я так думаю. Так что, друзья мои, будем с вами собираться, посмотрим, что нас ждет. А я вам расскажу, что было с самого начала. В общем, мне позвонила моя знакомая, альтистка, которая играет в квартете, это их рабочий квартет, у них есть название, у них какие-то есть свои записи студийные. Они работают одним составом, они шьют костюмы, в общем, серьезно, все серьезно. И тут она не может, и попросили меня подменить. И я, конечно же, согласилась, бизнес-тренинги на дороге не валяются. Ладно, я шучу, я даже не знала, что это будет. Кстати, обожаю свою работу, потому что я могу бывать на всяких разных мероприятиях, и мне потом еще за это платят. Это вообще круто. Потом уже как-то странно идти на концерт и, типа, билет покупать за 3000. Типа, в смысле, не мне 3000 заплатят? Вот, это плюсы работы музыканта. Мне выслали ноты за пару дней. Как принято играть на квартетных мероприятиях, не принято собираться и готовиться. Обычно там что-то такое, что, типа, знают все. Известные произведения. Обычно скидывают ноты, и это хорошо, если скидывают, могут вообще ничего не скинуть. У меня есть одна история, я попозже расскажу. Могут ничего не скинуть и как бы просто читай с листа во время выступления. Тут же мне отправили ноты, вот, мне отправили ноты, попросили позаниматься вместе с демо-записями. Сейчас я этим и займусь. Кстати, все кольца с этой руки я переодеваю на эту руку. У меня 3 кольца, потому что очень тяжело играть, неудобно, когда на левой руке кольца. Так, я буду играть или болтать? Короче, скинули мне ноты, 3 штуки, и потом скинули 4-й вчера, то есть 3 я распечатала, а 4-й мне только в телефоне. Вообще ненавижу играть, когда с телефона ноты. Я знаю, что некоторые как-то нормально играют, но меня прям это вообще очень сильно раздражает. И опять же не смогу это заснять, потому что я снимаю на телефон. Кстати, обратите внимание, какая партия у альто. Это обычно что-то на одной ноте, на двух, на трех. Это обычно аккомпанемент. Тут присылают мне ноты на это мероприятие, на этот квартет. Я открываю, я просто офигеваю. Такая мелодия, что-то там бемоль и диезы, там американские горки. Я не привыкла такое видеть. Я шальтистка. Я такая смотрю, думаю, мама дорогая, должна это выучить. Потом смотрю, а это первая скрипка. Думаю, ну слава богу.
Короче, альтистом быть очень выгодно, когда ты играешь в каком-то составе, потому что там всегда несложные партии, их особо не надо учить. Да, еще хотела сказать, что обычно занимаюсь с метрономом или с музыкой. Но так как я снимаю на телефон, я не могу это включить. Но вообще классно играть под метроном все эти оркестровые квартетные партии. И даже по специальности очень классно играть под метроном. У меня, кстати, был такой лайфхак. У меня в концерте, когда я заканчивала консерваторию, было много двойных нот. И они у меня были фальшивые. И я придумала такой лайфхак. Я под метроном учила двойные ноты, хотя, казалось бы, как связан метроном и двойные ноты, но почему-то они становились чище. То есть ты дотягиваешь, тебе ровно надо попасть сразу. Как-то это тренировало мышцы. Я когда рассказала педагогу, он очень удивился, сказал, расскажет тоже своей жене-альтистке, что интересная методика. В общем, это работало, и действительно у меня были достаточно чистые двойные ноты, которые я выучила с помощью метронома. Можете брать на заметку и писать спасибо в комментариях. Короче, там какой-то интересный организатор, который контролирует все на свете. Это тип контролирующих людей. Не зря я смотрю Веронику Степанову. Короче, нужно привезти несколько платьев, чтобы он или она выбрал, в чем мы будем играть. Я пошла искать свое платье. Одно я не видела 300 лет, потому что я переехала недавно. Итак, у меня есть вот такое платье, которое достаточно короткое, и оно было в прошлом видео. В общем, это нашла еще одно одобренное платье. Ручки детей. Они все пачкают. Вот такое просто черное. Короче, у нас какой-то ночной клуб, туалеты. А такие интересные. Сейчас мы пришли в какой-то подвал, где очень холодно. Я всегда одеваюсь легко. Придется идти с шарфом. Интересное место. Не ожидала, что здесь может быть бизнес-тренинг. Это стул, на котором мы будем сегодня такой высокий. Последнее приготовление. В общем, меня слышно, не знаю, не слышно. Мы сидим сбоку, так как зрителей. Ну что, друзья, спешу к вам на следующий день с комментариями по вчерашнему нашему выступлению. На самом деле, я стесняюсь еще снимать что-то, говорить на камеру при других людях. А вдруг у меня спросят, а я скажу, у меня блог на ютубе, мама дорогая, как-то страшно. Вот, поэтому я просто снимаю, ничего не комментирую. И вот я хотела прокомментировать то, что вчера я приехала. Приехала я туда, но ждала, в общем, всех я не там.
После того, как я услышала голоса и что-то разговоры про скрипку, которые удалились, я такая думаю, так, время 6 часов, нужно уже сидеть там. Видимо, я пришла не туда. Оказалось, что лофт-пространство находится не где-нибудь, знаете ли, а в подвале. Я увидела надпись «Палуба», спустилась в подвал. Такое было арт-пространство. Все было холоднее и холоднее. Я еще привыкла одеваться достаточно легко. И каждый раз я себя за это ругаю. Каждый раз я думаю, нужно надеть свитер. Наверное, там будет холодно. Потом думаю, блин, если там будет жарко. Жарко – это хуже, чем холодно. Оденусь-ка я легко. Так вот, я спустилась в подвал. Там было арт, там был большой лофт, в котором практически не было окон, так как он находился под землей, окна были только на потолке. И я так понимаю, что с улицы окна прям в земле были. Интересно, как это все устроено, с улицы я не видела. Так вот, бизнес-тренинг был, к сожалению, не Аяза Шабуддинова, и бизнес мы с вами открывать не будем. И вообще было максимально странное бизнес-собрание. Я даже гуглила по названию, даже не нашла никакой рекламы, кто были эти люди, которые туда пришли. Совершенно непонятно, как они туда попали. Вот, о чем я думала, что я бы, конечно, никогда не пришла на такое мероприятие, но так как я музыкант, это, представляете, как классно побывать на всяких таких необычных мероприятиях, на которых бы ты никогда не побывал. Конечно, это было все очень интересно. У нас практически не было репетиции. Вставка видео, где мы играли, это практически и была наша репетиция, где нас настроил звукарь. Мы сыграли просто кусочек одной песни, и все, остальные просто читали с листа. Но звучало все очень классно, прям мощно. Мне прям понравилось. Мы были на нем 40 минут, дальше у них была какая-то другая часть. Но поучаствовать в таком, какой-то был перформанс, даже немного театральный, поучаствовать в таком, это, конечно, необычно, интересно и расширяет кругозор. Ну, в общем, все. Собралась я на день рождения к своей подружке. Я с вами прощаюсь. Скоро будет интересное видео с кавер-группой. И всех целую, всем пока. Арсений, как ты смотришь на то, чтобы я за час научила тебя играть песню «Кукла лесника» или как-то «Кукла колдуна»? За целый час? За целый... Ты сколько? За 40 минут хочешь? Да я сразу могу сыграть. Я очень талантливый. Сразу? Да, ты слышала. Угу. Ладно. Любую мелодию наиграю. Да? Ладно, понятно. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотите услышать и увидеть видео, как я учу Арсения играть на скрипке за час куклу колдуна или лесника. Угу. А если вы хотите узнать, как я встретил такую красавицу жену, то подписывайтесь на мой канал «Основатель». Там как раз все рассказывается. Думаешь, слышно тебя? Конечно.